Ваше Высокопреосвященство, Всечестные Отцы, Матери, Дамы и Господа, Христос Воскресе. Использование псевдонима в православных дискуссионных форумах и на блогах дают возможности их обсуждения и ставят этические проблемы, и по этой причине я решил осветить этот вопрос сегодня на нашей конференции. Первая проблема связана с тем, что использование псевдонимов позволяет участникам форумов принадлежащим к схизматическим, раскольническим группам, участвовать в дискуссиях. Мы даже можем увидеть, что эти люди проявляют особую активность, так как у них есть больше мотивации принимать участие в этих дискуссиях. Использование псевдонимов также позволяет людям, принадлежащим к другим христианским деноминациям, участвовать в этих дискуссиях, так как любое обсуждение православной позиции не позволяет им участвовать в этих дискуссиях под своим именем. И это очень часто приводит к замешательству. И разумеется, что дискуссии не должны быть ограничены православными участниками в Агора. Это место, в котором встречаются люди, принадлежащие к различным, люди разного происхождения, разных убеждений, и ведут дискуссии. Но на форумах не всегда можно понять, кто есть кто и с каких точек зрения он выступает. Еще один момент – это степень компетенции участников. Это могут быть люди, которые имеют опыт в различных областях богословия. Некоторые люди не участвуют в дискуссиях на веб-сайтах и в блогах, поскольку на них уходит очень много времени, и занятость этих людей не оставляет им времени для этого. Люди, которые имеют авторитет в той или иной области, не всегда заходят на форумы и знакомятся с контраргументами, с аргументами тех, кто ставит под сомнение эти слова. Но тем не менее, точки зрения под псевдонимом высказываются без каких-либо ограничений. Анонимность позволяет всем высказывать свои точки зрения в любой области, даже если он некомпетентен и не имеет признанного авторитета. На многих дискуссионных площадках мы часто видим выступающих, которые говорят только ради того, чтобы говорить, не имея что сказать. Спонтанно была установлена своего рода иерархия между участниками, которые не имеют знаний и компетенции, но это формальная и вводящая в заблуждение иерархия, которая опирается на уровень уверенности в себе или на качество их стиля, или на количество знаний человека в данной области. Но, по сути дела, мы часто наблюдаем качественную недостаточность, связанную с недостаточным знанием всего предмета, который обсуждается. Отсутствие
проницательности или плохое понимание вещей. Очень часто наблюдается недостаток схоластицизма и точности в подходе к тем или иным сферам знания или идеям. В подходе к различным вопросам мы наблюдаем глобально тенденцию к понижению уровня общего знаменателя. Можно возразить на это, что использование псевдонимов с этим не связано, что в такой же ситуации такая была бы ситуация, если бы участники идентифицировали себя. Но псевдонимами пользуются люди, потому что это позволяет им избежать риска быть обвиненными в некомпетентности. И это снимает всяческие ограничения в высказывании их позиций. Третья проблема, связанная с этим, это релятивизация обсуждаемых вопросов. На форумах всегда будет какое-то утверждение, которое противоречит другому утверждению. Неважно, насколько авторитетным и релевантным является последнее. Даже если вы высказываете какие-то истинные, разумные, хорошо обоснованные замечания, которые опираются на конкретные аргументы, почти неизбежно, что кто-то будет им противоречить. Причем очень часто безответственно. Дискуссия почти всегда приводит к ослаблению авторитета участников, к релятивизации обсуждаемых вопросов и к тому, что в конечном итоге она оставляет впечатление смутности и неясности, что в вопросах, относящихся к вере, приводит к смущению и имеет определенные последствия для читателей без твердой веры. В конечном итоге вы часто можете задать вопрос, какой вклад внесла та или иная дискуссия. Модератор широко читаемого франкоязычного блога, который был в течение длительного времени открыт для дискуссии, сказал мне: «Я лично не участвую в религиозных форумах, потому что это ничего не дает». Четвертая проблема заключается в том, что использование псевдонимов продвигает вопросу, ставит под вопрос авторитет церкви безответственным и иногда несправедливым образом. Иногда этот авторитет подвергают, ставят под вопрос люди, которые принадлежат к схизматическим группам или к другим юрисдикциям, но не всегда. И они делают комментарии в отношении священнослужителей или епископов, которые они никогда бы не осмелились сделать в их присутствии. Пятая проблема заключается в том, что использование псевдонимов способствует неуважению, несправедливым суждениям и оскорблениям по отношению к другим участникам по тем же причинам, которые я указал выше. В принципе, такая практика не должна встречаться в дискуссиях между христианами. Но, к сожалению, мы очень часто наблюдаем на таких форумах эту практику. Очень резкие междометия, при том, что модераторы их не фильтруют. И пиша под псевдонимом, участник имеет своего рода двойную личность, которая не позволяет ему
чувствовать, что по отношению к Божьим заповедям и христианской этике он виноват в серьезном неправильном поведении по отношению к своему ближнему. Если бы участники писали под своими истинными именами, они не позволили бы себе такой свободы и таких слов. Шестой комментарий. Мы можем сказать, в общем, что использование псевдонима способствует разного рода свободам, эксцессам и неправильному поведению, потому что тот, кто пишет под псевдонимом, лично выходит за пределы, установленными нормальной жизнью общества, правилами приличия и соображениями о том, как к нему лично будут относиться и как о нем будут судить другие. Седьмое. Использование псевдонимов способствует внесению страстей в эти выступления, гордости, тщеславия, суждения в отношении других, агрессии во всех формах, неуважению, презрению и так далее. Пространство дискуссии, где люди выражают себя под псевдонимами, это нечто вроде инфантильного состояния природы, когда уже не существует пределов установленных обществом, и в этом случае ни одно из требований христианской жизни не выполняется, где нет самоконтроля, нет ограничений в мыслях или в речи. Это более чем просто игровая площадка, где дети оскорбляют и бьют другого, где находят выход страсти. И восьмая проблема ставится некоторыми участниками, которые... Восьмую проблему представляют собой участники, которые используют несколько псевдонимов не только на разных форумах, но даже в рамках одного форума. Для этого могут быть различные причины. Основные две причины. Это то, что с одной стороны, это желание укрепить свою собственную позицию, заставляя других верить в то, что ее разделяет несколько человек, а с другой стороны, это желание направить дискуссию в другом направлении. Все это не только создает шизофренические или двусмысленные позиции, недостойные христианина. Давайте вспомним святого святого, который осуждал двоедушие. То есть это люди, у которых как бы два ума. Девятая проблема связана с троллингом. Это наиболее серьезная форма обмана. Тролль на языке веба означает человека, который, используя один или большее количество псевдонимов, участвует в дискуссии или в дебате с тем, чтобы вызвать или искусственно подпитать противоречия и в целом подрывает баланс сообщества, о котором идет речь, и иногда до такой степени, что дискуссия заканчивается. Тролль – это кто-то, кто не разделяет общей ориентации дискуссии, но надевает маску, использует различные стратегии с тем, чтобы его не идентифицировали. Это ложная наивность, различные псевдонимы, которые отражают различные идентичности в отношении национального происхождения, пола или возраста и так далее. В этом мы видим феномен лжи и обмана, который несовместим с христианской этикой. И это очень часто свидетельствует об извращении, в особенности в том, что касается разжигания конкретных конфликтов и
распространения разногласий. За троллингом очень часто стоит гордость или тщеславие. Тролль очень часто пытается измерить свою собственную силу в направлении дискуссии, или он стимулирует других, вызывает других с тем, чтобы они отреагировали в конкретном направлении. Иногда он пытается сделать себя интересным, хотя на самом деле ему нечего сказать. Итак, в порядке выводов давайте коротко остановимся в этических и духовных проблемах, связанных с использованием псевдонимов. Использование псевдонимов может являться проявлением скромности, смирения, но что должна скрывать скромность, что еще неизвестно. Напротив, очень часто присутствует гордость в желании, чтобы тебя считали чем-то большим, что ты есть на самом деле. Имеется также неспособность человека чувствовать себя комфортабельно в рамках своих собственных пределов. И иногда имеется также страх выставить себя прямо на суд других. И существует трудность в том, чтобы проявить свое смирение между другими. И имеется также неспособность взять на себя ответственность за собственные идеи или слова, особенно когда они вызывают негодование, и в особенности, когда они являются агрессивными или оскорбительными по форме. Как я уже отметил несколько раз, использование псевдонима – это ложь по отношению к другим и обман. Тот факт, что вы пытаетесь быть не тем человеком, которым вы являетесь, каким-то персонажем, или согласно античному значению греческого слова «просопон» – маской, создает искаженное отношение с самим собой и с другими. И тот, кто берет псевдоним, не хочет взаимодействовать с другими в своем собственном качестве. Таким образом, он искажает свои отношения с другими людьми. С одной стороны, другие не могут воспринимать и взаимодействовать с ним в его собственной идентичности, и таким образом отношение с ним также искажено. Быть христианином – это означает быть человеком, а не персонажем. И этот человек призван развиваться. И для этого он должен со смирением принять самого себя на каждом этапе своего развития. Наконец, быть христианином означает иметь имя и пользоваться им. Это имя, которое было дано нам при крещении. Это то имя, которым называет нас священник, когда совершает таинство. Это то имя, которым называет нас Бог. Взять псевдоним означает исключить себя из духовной сферы, в которую мы вступили путем крещения. Это означает изолировать себя от общества детей Божьих, а именно церкви. И это будет Царствие Божие в своей полноте, то есть вместо этого вы выбираете быть драматическим персонажем, членом фиктивного общества. Итак, важно добавить свою фамилию
который вместе с вашим именем говорит о том, что вы являетесь членом социальной реальности, со всей ответственностью, с которой это сопряжено, в особенности по отношению к другим. Мне кажется, не только полезным, но и необходимым с духовной точки зрения, чтобы все православные форумы и блоги приняли этический кодекс, который требовал бы, чтобы все участники выступали в своем истинном качестве, и пример этому должны дать модераторы сайтов. Благодарю вас.